Вас вітає інформаційний центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гравончук. Наразі говоримо про таке. Молодіжна рада Дніпра оголошує збір монет номіналом 25 копійок для допомоги покинутим немовлятам у міської багатопрофільної лікарні матері та дитини імені Руднєва. І сьогодні нашими гостями є Ольга Барнець, керівниця проєкту «Благодійність молодіжної ради Дніпра», Ірина Столосова, практична психологиня школи номер 122, та Вікторія Остромецька, начальниця служби педіатрії та неонатології Центру матері та дитини імені Руднєва. Я вас вітаю. Що ж, Ольга, почнемо з вас. Що за акція? Розказуйте. Здравствуйте. Это благотворительная уникальная акция, которая направлена на помощь оставленным новорожденным. И заключается она в сборе монет номиналом 25 копеек, которые мы обменяем в банке и закупим на них все необходимые материалы для детей, которых, к сожалению, оставили родители. У нас уже есть опыт проведения подобных акций. Однажды мы помогали центру Руднева, мы покупали необходимые материалы. Но в этот раз членам молодежного совета Днепра пришла такая интересная, необычная идея собрать 25 копеек и обменять их в банке. Как вы знаете, уже примерно как год эти монеты выведены из оборота, и, естественно, ими нигде нельзя расплатиться. Но я знаю огромное количество людей, у которых они остались, и которые не знают, как ими правильно распорядиться, или у них еще не дошли руки обменять их в банке. Поэтому мы можем им помочь в этом плане. Я хочу обратиться ко всем людям. Пожалуйста, посмотрите, поищите. Возможно, у вас где-то завалялись 25 копеек. Вы можете принести их нам и помочь детям, которых оставили родители. Не думайте, что это маленький вклад, потому что даже одна или две монетки – это уже большая помощь. Как будете собирать? Куда нести мелочь? Кому обращаться? Может принять участие абсолютно любой человек. Сбор проходит в молодежном центре Днепра по адресу улица Набережная Победы, 5. Также в молодежных, в социальных сетях молодежного совета Днепра будут контакты, по которым люди смогут связаться с нами и решить вопрос, где передать монетки. Это первый этап, это сбор монет, он будет длиться до 1 декабря. Второй этап, это обмен монет в банке на деньги, на которые мы будем покупать необходимые материалы. Если вы хотите присоединиться к акции, но у вас нет монет номиналом 25 копеек, вы можете к нам присоединиться на этапе обмена денег в банке и помочь денежными средствами. И вместе будем закупать необходимые материалы. Как много чекаете участников, благодійників в місті та, перш за все, на яку аудиторію розрахована така акція? Конечно же, мы рассчитываем на молодежь. Мы знаем, что есть инициатива, у нас есть такая информация, что вузы хотят присоединиться к этой акции, школьники. Да, и не только вузы и школьники, а просто обычные люди уже поддерживают эту инициативу, поэтому мы ожидаем, что отклик будет большой. Скажите, як от прийшла така ідея цікава? Справді оригінально, і справді 25 копійок вже так от ними люди не користуються, в кожного в домі вони точно є. Як вигадали? Колективний разум. В молодежном совете Днепра вот один человек предложил эту идею, и вот так вот она зацепилась, мы начали ее развивать и решили, что это будет действительно очень полезно, потому что 25 копеек, которые остались, они не несут уже никакой пользы для человека, у которого они есть, потому что расплатиться ими нельзя, но они могут помочь детям, потому что мы обменяем их на денежные средства в банке. Наразі дуже багато тих, хто потребує допомоги, і чому саме покинуті немовлята? Потому что это наименее защищенная ветвь населения. У этих детей нет абсолютно никого. Их оставили самые близкие, самые единственные люди, которые у них могли быть. Это их родители. И это очень грустно. И единственные, кто могут помочь этим детям, это неравнодушные люди, это благотворители, это люди, которые беспокоятся в их судьбе. Дякую. Ирина, вам слово. Чему это важливо?
Ну, я хочу сказать, что эта акция уже проводится не в первый раз, и очень приятно, и я благодарна нашей молодежной раде Днепра, что они эту инициативу подхватили когда-то вот у меня, в моей школе мы 15 лет уже ее проводим. Вот почему именно оставленные новорожденные? Тут, наверное, больше хочется поднять социальную проблему, что таких детей в обществе не должно быть, в здоровом обществе таких детей не должно быть. Почему именно проводить с молодежью? Да потому что молодежь, школьники – это будущее нашего общества. Для того, чтобы в их головах никогда в жизни не возникло такой идеи отказаться от собственного ребенка. Вот почему вот это, вот, наверное, самая главная идея вот этой благотворительной акции. Для того, чтобы ребята понимали и были ответственными. И очень приятно, что молодежь Днепра эту инициативу подхватила, потому что наш город, он должен не только стать культурной столицей, а мы с вами видим, что мы к этому идем, те культурные мероприятия, которые проводятся в нашем городе на высоком уровне, что город наш будет не только спортивной столицей, потому что тоже среди молодежи очень много спортсменов, олимпийских чемпионов, что наш город станет городом, где будет ответственная и сознательная молодежь. Вот это главное. Почему? Для того, чтобы они принимали правильные решения, осознанные решения и были ответственны не только за свою жизнь, свое здоровье, а и здоровье и жизнь окружающих их людей. И это самое главное. И очень хорошо, что наша молодежь это понимает, и они активно отзываются на это. Они делают все возможное для того, чтобы среди своих кругов молодежных эту идею распространить и привлечь к этому как можно больше единомышленников. Вот это, мне кажется, самое главное. А скажіть, як психолог, так з такої точки зору, наскільки важливо людині робити благодійність, комусь допомагати, що всередині змінюється? От ви кажете, що важливо, щоб молодь цьому вчилася. Ви знаєте, у кожного по-разному. І я займаюся вот этим проектом помощи оставленным новорожденным. І не тільки оставленным. Іноді бувають случаи, і я думаю, Вікторія мене підтримує, що попадає в такі больниці мами, не відказуваясь від дитини, але вони знаходяться в дуже складному фінансовому положенні, соціальному положенні, і їм теж потрібна допомога. І наші медицинские работники оказывают и им, и благотворительные организации помогают и таким людям, которые просто финансово им сложно, допустим, в данный момент, да, и это тоже важно. И, как я уже сказала, много лет работаю в этом проекте, и я видела разные реакции, и некоторые делают просто молча, они, не делятся своими эмоциями, они это переживают внутри себя. Некоторые бывают, что да, они более эмоциональные, могут даже вот как-то слегка пустить слезу, задуматься. Кто-то это делает эмоционально, весело, что хорошо, ведь это классно, мы поучаствовали в хорошем деле и так далее. Вот. Поэтому у каждого по-разному это происходит, но осознание того, что ты сделал что-то доброе, в любом случае в человеке вызывает только приятные и позитивные эмоции и чувства. Вы знаете, некоторым людям делать добро сложно. Почему? Потому что вот они, допустим, не хотят, чтобы об этом знали окружающие. Они делают его тихо. Вот. Поэтому у каждого это происходит по-разному, но всегда, как я уже сказала, у людей оставляет это только такие приятные, позитивные, теплые, душевные какие-то чувства и эмоции. Делая добро, мы очищаем себя. Мы частичку своей души и сердца отдаем кому-то. Слово «милосердие», вот давайте вслушаемся в его название. «Милое сердце», да? То есть что-то сделать от своего милого сердца к сердцу другого человека. Ну и пусть будет это маленький новорожденный ребенок к его маленькому, тоже милому сердечку. Дякую. Пані Вікторія, вам слово, розкажіть, вашій лікарні, як багато покинутих немовлят? В якому вони стані, якої допомоги вони потребують. Добрий день, уважаема аудиторія. Без малого 30 лет я работаю врачом-неонатологом-педиатром. И, к сожалению, проблема сиротства, она не становится с годами менее актуальна. Есть такое определение: дитина позбавлена батьківського піклування.
Невозможно в начале жизни, с момента старта жизни, быть позбавленным родительской заботы, позбавленным родного дома, внимания, пеклувания. Прекрасное слово. К сожалению, для нашего общества это реалии. В нашей больнице, а у нас наиболее крупная в регионе неонатальная база, где находится огромное количество новорожденных детей, только в этом году, вот за 9 месяцев этого года, находилось 16 новорожденных детей, которые были оставлены своими родителями. Много это или мало? Огромное количество, огромное. На самом деле невозможно ребенку жить без дома, невозможно ребенку жить без заботы, без любви. И первым домом, вот теми руками, которые заботятся, теми сердцами, которые заботятся о таких детях, становится детская больница. Поэтому, кроме того, что эти дети зачастую нездоровы, и в большинстве случаев они стартуют нездоровыми в жизни, потому что от них зачастую отказываются еще до их рождения, отказываются неправильным образом жизни, отказываются в силу определенных обстоятельств, не берегут их здоровье еще до рождения. Поэтому врачам приходится и заботиться о этих детях, приходится и любить этих детей, и в то же время выполнять свои прямые функциональные обязанности, лечить таких деток. Поэтому вот больница несет вот такие вот функции, выполняют вот такие вот, как бы, такие вот моменты по отношению к таким новорожденным детям, которые лишены родительской заботы, родительской опеки. Я правильно розумію? Тобто більшість цих так от 16 покинутих немовлят у цьому році – це діти з патологіями, з інвалідністю, і саме через це, скоріш за все, їх лишають? Ви знаєте, не завжди. Да, без сумнення, ці діти в більшості своїй мають в більшій або меншій степені відклонення в стані здоров'я іменно з моменту народження. Опять повторюсь, більшість матерей, які, в общем-то, эмоционально, душевно, сердечно и фактически отказываются от своих детей, в общем-то, наверное, можно отнести к социально неблагополучным. Социально неблагополучным. Такие женщины ведут не совсем здоровый образ жизни, соответственно, это сказывается на здоровье их детей. Вот, поэтому об инвалидности речь идет не всегда. Слава Богу, медицина может многое. А любовь, внимание, забота делают чудеса. Поэтому эти дети восстанавливаются, и как бы речь идет не всегда о значимых патологиях и инвалидности, значимой на всю жизнь. Как впливає на новонароджену дитину розлука, відразу розлука з матір'ю? Знаете, это особенные дети. Вот я могу сказать по своему практически 30-летнему опыту, это особенные дети. Они чувствуют все. Они, понимаете, они терпеливы. Без сомнения, эти дети терпеливы. Эти дети, они откликаются на эмоцию вот персонала. Да? Сейчас мы в силу обстоятельств ходим в масках, поэтому эти дети видят только глаза медицинского персонала. Но мне кажется, что они умеют считывать все и по глазам в том числе. Поэтому, ну что вам сказать? Слава Богу, что молодежь откликается, как бы формирует в себе вот эти добрые посылы, помогать наиболее незащищенным, ну, вот, маленьким детям, которые на старте жизни так вот предают их собственные родители. Пані Вікторія, ще до таке питання. Як багато чи може до вас приходять батьки, які б хотіли так усиновити цю дитину? Ну, я зрозумію, що потім інші служби вже цим займаються. Так, ви абсолютно праві, цим займаються служби управління опіки, і соцзащити. Ну, во всяком случае, я так понимаю, що на сьогодні государство веде достатньо жорстку політику в відношенні того, щоб ми всі з вами как можно быстрее увидели Украину без сирот. Хотелось бы, мне как педиатру, хотелось бы в своей жизни увидеть Украину без сирот. Это задача и государства, это задача и общества. Ну, собственно говоря, наверное, делая вот такие вот неравнодушные шаги по отношению к детям, которых оставили родители, наверное, мы все приближаем этот день, когда Украина будет без сирот. И делаем это именно с молодежью, те, которые очень в скором времени будут создавать свои семьи. Вот, и тоже будут рожать детей. И если такая молодежь будет, которая будет ответственной, осознанной, которая будет вести здоровый образ жизни, которые будут социально активными,
И естественно, что у такой молодежи не будет никогда мысли о том, что отказаться от своего ребенка или делать все возможное для того, чтобы твое будущее поколение родилось нездоровым, да, я имею в виду аспекты здоровья и физического, и психического здоровья. И тем самым вот как раз и искоренится вот эта социальная проблема, потому что это социальная проблема, она большая. Поэтому почему с самого начала, когда была эта акция придумана, она была направлена именно на молодежь, на школьников, старшеклассников. Отлично, что присоединились студенты, вот, потому что как раз им и делать будущее нашей Украины. Вот. И, Ольга, можно, будь ласка, еще раз підсумувати и повторить глядачам, куди звертатися, куди приносити 25 копійок. І перш ніж ви почнете, я хочу сказати, що прес-центр та телеканал медіа, так, медіа-група наша приготувала вам трохи монет. Ми вам їх передамо після прес-конференції. Прекрасний старт. Наш малесенький вклад в вашу допомогу, ваш благодійний проєкт – це безперечно добра справа. І дякуємо, що ви це організовуєте. Будь ласка, продублюйте, куди звертатися, куди нести. Ви перші, хто присоединились к этой акції. Спасибо вам большое за неравнодушие. І я хочу ще раз обратитися к людям. Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными. Ми вже помогали вместе со школьниками, студентами и другими людьми, не только оставленным новорожденным, но и дітям из зоны проведения операции объединенных сил, и у нас это прекрасно получается, потому что это замечательно, когда люди сплочаются и фокусируются на актуальных проблемах, а оставленные новорожденные – это очень актуальная проблема в наше время, именно в нашей стране, и своей помощью мы не только спасем этих новорожденных, но и, возможно, ликвидируем эту проблему в будущем совсем. В итоге, приносить монеты можно в молодежный центр Днепра по адресу улица Набережная Победы, 5. Будут контактные телефоны в социальных сетях молодежного совета Днепра, можно будет связаться с нами и договориться, где мы можем принять эти монеты. Также можно присоединиться на этапе обмена денег в банке и помочь денежными средствами. Власне, номери телефону контактні також шукайте на сайті відкритого. Ми сьогодні так їх теж розмістимо. Чи будуть питання? Питань наразі немає. Дякую. Я нагадую, що в наших гостях була Ольга Баранець, керівниця проєкту «Благодійність Молодіжної ради Дніпра», Ірина Столосова, практична психологиня школи номер 122, та Вікторія Острумецька, начальниця служби педіатрії та неонатології Центру матері та дитини імені Руднєва. Говорили про, так, Молодіжна рада Дніпра оголошує збір монет номіналом 25 копійок для допомоги покинутим немовлятам у Центрі матері та дитини імені Руднєва. Дякуємо, що були з нами. Мене звати Анна Горбунчук. Побачимося завтра.